Всем привет! Распустилась моя красная розочка вьющая. Покупала 4 года назад в Эпицентре. Я не знаю название, к сожалению. Вот так вот я не уследила. Выбросила этикетку с названием. И теперь я не знаю, как она называется. Но она, конечно, шикарная. Цветет она очень обильно. Цветет она вот в течение месяца. Один раз, но очень-очень обильно и красиво. То есть она не выгорает, никак не опадает, не осыпается. Очень хороший сорт. Кто узнал, пожалуйста, напишите мне, что это за сорт. Очень красивая розочка. Очень я ее люблю. И она тоже все хорошо переносит жару. Все погодные условия, дождь. Смотрите, такие вот розово-красные цветы. Кто узнал, пожалуйста, напишите мне название сорта. Какая роза? Какая роза? Всем спасибо за внимание. Всем пока.